Дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки, нам еще выступать предстоит. Тут такой поэт Ицхак Пеппер, он в 42-м году написал стихотворение «Я еврей». Мой дух мятежный не сломали, ни фараон, ни ксерж, ни тип. Мое прославленное имя на крыльях вечности летит. Мне часто гибель предрекали, много раз тащили к ней, но я вставал среди развалин непокоренным, я еврей. Мой дух несется над снегами среди окопов и траншей. Моя душа в бою с врагами стучит мне в сердце, я еврей. Путь Гитлер мне могилы роет, но я его переживу, и сказка сбудется со мною под красным флагом наяву. Я буду пастырем победы и кузнецом судьбы своей, и на могиле людоеда еще станцую, я еврей. Стихотворение «Век на крови», стихотворение Михаила Танукова. Говорят, катастрофу евреи придумали сами. Рабиновичи хитро раздули из мухи слона, а побили их в пруд, то в ней лезли своими носами. Не учили других, как счастливыми стать им сполна. И к тому же покорно баранами шли на заклание, потому что известно, трусливый и жалкий народ. Это дьявольский бред, сатанинские эти стенания, отравляющие, питающие сердце мое кислород. Это я недострелен, и заживо я погребенный, под славутой Бердичевым, Минском и в Бабьем Яру. Я свидетель живой, Божьим промыслом, чудом спасенный, обвиняю вас, бесов на зломе в дахопском перу. Обвиняю во лжи я вас пеплом треблинского ада, нерассеянным дымом Освенцима газовых труб. Обвиняю вас памятью павших от моря и глада и от имени жертв, обреченных на доблестный труд. Это против восставших трусливых варшавских евреев, у которых один на троих самодельный наган, Гитлер танки бросал, авиацию, арт-батареи, но с мольбой никто не припал к палачевским ногам. Зацвели в январе цикламены на кручах Масары. Век 20 уходит, историю перекроит. Этот век, что прогрессом отмечен, но только с фасада. Век безумных идей, ксенофобии, век на крови. Храни нас Бог. Военные будни, скорбные обеты и трепет свеч, печали на столе. Святой и горький праздник, День Победы на нашей горькой и святой земле. Мне говорят, судьбу уж не изменишь, и все, что было, не кошмарный сон, а я ищу глазами Ханну Сэнш среди героев на Пикарсона. Я мертвый фактом доверять не склонен. И вот недавно слух живой прошел, что Анна Франк и Бат Ямен в Холоне читает внукам собственный дневник. А плакать ветеранам не годится. Не надо, тата, сердце зря люби. Израиль бы без вас не мог родиться. Победа захлебнулась бы в крови.
Храни нас, Бог, от страха и от риска, и укрепляй в неделе и в обед. За нами все, кто в яд шима списка, и кто на Херсия приведен к горе. Он рожден от матери дворянки и еврейского приказчика. Мать умерла природа, и воспитали его, его стали воспитывать в шовинистском духе, в семье дяди. Я рос тебе чужим, отверженный народ, и не тебе я пел минуты вдохновения. Твоих преданий мир, твоей печали гнет, не чужд, как и твои учения. И если б ты, как встарь, был счастлив и силен, и если б не был ты унижен целым светом, иным стремлением согрет и увлечен, я не пришел к тебе с приветом. Но в наши дни, когда под временем страстей ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасения, в те дни, когда одно название еврей в устах толпы звучит, как символ отвержения, когда твои враги, как стая жадных псов, на части рвут тебя, ругаясь над тобою. Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов, народ, отверженный судьбой. Он умер в 24 года.